Водолеи, привет-привет! Меня зовут Надя Райс, и вы на моем канале. Давайте посмотрим, что приготовил для вас сентябрь. Сегодня в работе у меня три оракульные колоды. Первая колода даст нам подсказки в плане вашего предназначения и чем вам нужно заниматься для того, чтобы реализовать себя. Вторая колода нам расскажет о вашей личной жизни. То есть мы посмотрим, что ждет тех, кто ищет новое знакомство, те, кто находится в парах и те, кто находится в треугольниках, любовных треугольниках. И третья колода даст ответ на ваш вопрос, либо, по крайней мере, подсказку, в каком направлении вам действовать. Давайте будем начинать. Чем нужно заниматься нашим водолейчикам в сентябре месяце для того, чтобы реализовать себя, получить удовольствие от своей профессиональной реализации? Что здесь у вас, мои дорогие? Очень хорошая карта, которая говорит о том, что, возможно, в сентябре вам нужно попробовать себя на поприще nutrition, да, то есть это питание, питание здоровое, питание, когда вы можете попробовать какие-то новые рецепты, новые блюда. Опять-таки, нужно помнить о том, что каждый продукт, он несет в себе определенную энергетику. И для того, чтобы повысить свою энергетику, свою энергию, будет полезным использовать в своем рационе как можно больше фруктов и овощей. То есть для кого-то, для тех, кто думал о том, поступать ли в кулинарное училище или нет, это зеленый свет, что да, это проиграется для вас в плюс. То есть здесь проходит пищевая промышленность. Все, что касается этого вопроса, это пойдет вам на пользу. То есть если вы задавали вопрос о том, что будет ли это вашим призванием, будет ли это позитивным для вас моментом в жизни, то ответ – да. Для остальных же данная карта говорит о том, что вам нужно попробовать реализовать свою креативность на кухне. Побалуйте себя чем-то новеньким, чем-то интересным, чем-то вкусненьким. Хорошо, давайте смотреть, что ждет вас в плане личных отношений. Что ждет те, кто ищет новое знакомство? Что здесь у вас? Данная карта говорит о том, что помочь вам могут в данном вопросе ваши друзья. То есть, если вас приглашают куда-то друзья на какие-то вечеринки, какие-то праздники, и предлагают вас с кем-то познакомить, не отказывайтесь, потому что это может проиграться для вас плюс. Если вы находитесь в парах, данная карта говорит о том, что вам на пользу пойдет, если вы вместе поедете в отпуск, либо отдохнете где-то вместе. Нужно на какое-то время отключиться от внешнего мира и уделить внимание друг другу. Это будет позитивная перемена в вашей жизни. То есть это поможет вашим личным отношениям. Если у вас любовные треугольники, то данная карта говорит о том, что кто-то из прошлого может вернуться в вашу жизнь. И, соответственно, здесь нужно будет вам принимать решение, как вы будете поступать и что вы будете делать. Для кого-то, возможно, это уже проигралось, и бывший здесь вернулся, но уже, как говорится, поздновато, да, потому что либо вы уже не свободны, либо этот человек не свободен, при всем при том, что он снова к вам стучится в дверь. Хорошо. Давайте смотреть ответ на ваш вопрос. Подумайте о том, что вас волнует. И данная карта говорит о том, что будьте сами собой. То есть для вас проиграется плюс для решения этого вопроса, всего того, о чем вы спрашиваете, если вы не будете притворяться и не будете кому-то подыгрывать. Если вы будете честны по отношению с собой и будете транслировать во внешний мир то, какой вы есть человек на самом деле. Ваша сила, она находится в вас самих. То есть тот человек, который вы есть на самом деле, он может добиться всего сам. Вам не нужно следовать примеру кого-то другого, либо пытаться быть кем-то другим, потому что вы сами очень аутентичны, да, особенны, интересны, необычны. И, соответственно, то, что вы будете оставаться верны себе, своим идеалам, своим желаниям, это для вас проиграется в плюс. Ну что же, мои дорогие водолейчики, благодарю вас за просмотр этого видео. Пишите мне, насколько резонирует оно с вами. А с вами была я, Надя Райс. До свидания.
До новых встреч.